Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. И знаете, мне всегда нравилось, когда маленькие по компонентам игры могут подарить огромные эмоции, а когда они еще и стоят дешево, это вдвойне приятно. И сегодня мы с вами познакомимся с игрой Коруба. Карточная версия в локализации издательства «Стиль жизни». И эта игрушка рассчитана у нас от 2 до 4 игроков, и в ней имеет всего 16 тайлов на руках, и игрокам предстоит создать целое приключение. Карту, по которой отправятся славные герои на поиски несметных сокровищ в древних храмах. Звучит интригующе, не так ли? Ну что ж, давайте посмотрим, что же придумал нам Рюдигер Дорн за путешествие по тайному острову из всего 16 тайлов. Погнали! Перед началом партии каждый игрок получает свою специальную колоду, состоящую из 16 различных тайлов с цифрами от 1 до 16. И все эти тайлы вынесены на специальном планшете, который показывает, какие же тайлы вообще у нас есть в игре. И по ходу партии игроки могут посмотреть сюда, чтобы понять, какие карты можно сбрасывать, а какие нужно оставить или ожидать их для простройки своего лабиринта. Итак, каждый игрок набирает 3 карты из колоды в свою стартовую руку. На каждом тайле, который есть у нас в игре, изображена цифра от 1 до 16. И чем выше эта цифра, тем круче является тайл. Почему, вы скоро узнаете. В общем, мне пришли довольно-таки сильные тайлы 9, 11 и 14. Ведь вы понимаете, есть 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть попозже мне будет действительно сложно. Из полученных 3 тайлов игрок должен выбрать 2 и положить их перед собой, а третий пока отложить в сторону. Тайлы игроков скрываются. И после этого необходимо сложить сумму на всех тайлов каждого игрока по отдельности. Итак, здесь у нас 25, здесь у нас 25, а здесь у нас всего 22 очка. Игрок, который набрал наименьшее количество очков по сумме своих 2 тайлов, должен убрать один из этих 2 тайлов полностью из игры и больше его не использовать. Ну, к примеру, игрок решает убрать 6. Но остальные карты игроки должны разместить, создавая свой уникальный остров. Когда игрок начинает создавать свой собственный остров, первый тайл может быть абсолютно любым, и выложить его можно куда угодно, а вот все остальные должны выкладываться уже в соприкосновении с выложенными тайлами. Причем, смотреть на вот эти вот дорожки не нужно, они могут вести просто в тупик. Но самое главное — это ориентация тайла. Вверху слева всегда должна находиться монетка. После этого наступает следующий раунд, в котором игроки добирают по 2 карты себе на руку, чтобы снова стало их 3. Опять выбирают 2 карты, которые выкладывают перед собой, а третьи откладывают. И снова смотрят по сумме. У кого она наименьшая, тот и сбрасывает одну из 2 карт. И, соответственно, наш остров начинает расти. Как только все тайлы будут выложены на стол и каждый игрок создаст свой собственный остров, начинается финальный подсчет очков. Ну а теперь пришло время поговорить, за что же мы получаем очки и вообще для чего мы создаем вот этот вот великолепный остров. Все очень просто. Главной целью является набор наибольшего количества очков, которые мы получим за соединение непрерывной цепочкой, то есть непрерывной дорожкой, вот этих вот легендарных исследователей и храмы, соответствующие им по цвету. К примеру, данный синий исследователь хочет попасть в синий храм. Оранжевый хочет попасть в оранжевый, фиолетовый — фиолетовый, зеленый — в зеленый. Все очень логично. Однако по ходу их движения они будут встречать еще вот такие вот специальные алмазы и золотые самородки, которые будут добавлять им дополнительные очки. Итак, если игроку удается соединить непрерывной цепочкой, то есть непрерывной дорожкой, исследователя и храм его цвета, он получает 3 победных очка. Однако, к примеру, если посмотреть, оранжевый и оранжевый соединяется, фиолетовый и фиолетовый соединяется, зеленый и зеленый соединяется, а вот на пути синего по дорожке стоит еще один исследователь. И если так происходит, то синий просто не сможет добраться до данного храма и, соответственно, не получает победных очков. Кроме того, на дорожке исследователя могут находиться еще и вот эти вот алмазы, которые принесут по 1 победному очку, а золотые самородки по целых 2 победных очка. Ну а тот, кому удалось набрать наибольшее количество победных очков, построив свой собственный остров, ну, конечно же, и будет победителем в игре Коруба, карточная версия. Где-то около 5 лет назад мне удалось попробовать старшего брата вот этой вот игры Коруба. Да, там, конечно, немного побольше тайлов, во-первых, по-моему, 25 их, но, кроме того, используются механики розыгрыша одинаковых тайлов. Это когда один игрок берет, например, говорит 16, и все его размещают. И, честно говоря, я ожидал от этой версии пусть не того же набора, но схожей по механикам игры.
Да, конечно, отчасти мы получаем пазловый tile placement, в ходе которого мы должны составить непрерывную дорожку от наших героев до храма, по пути собирая эти различные самородки, золотые и кристаллы. Но зачем? Зачем они добавили в эту игру наказание за выбор меньшей суммы двух тайлов? Да, возможно, это добавит, конечно, немножко интриги, но в то же время это увеличит влияние рандома в партиях, и к тому же это вносит ненужное напряжение. Ведь при выборе вот этих вот трех тайлов это заставляет иногда выбирать ненужные на данный момент тайлы, но зато с большей цифрой. Но, с другой стороны, игра, в принципе, довольно неплохо играется, я бы сказал, быстро, может быть, даже бегло. Особенно за счет одновременного выбора и размещения всех тайлов. Да и, в принципе, правила здесь простые. Что тут всего буклетик один на развороте. Что, в принципе, позволит привлекать с ее помощью ваших друзей, которые не очень знакомы с настолками. На этом, пожалуй, все про Коруба, карточная версия. Если вам понравилось данное видео, а еще больше, если оно было для вас полезным, то не забудьте поставить палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под видео. Всем этим вы поможете каналу в развитии. Любите настолки, играйте в них. Но с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще увидимся.